Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Прогноз погоды». Партнер программы – Современная медицинская клиника. 24 и 25 июня в Современной медицинской клинике будет вести прием травматолог-ортопед из Сыктывкара. Успейте записаться, если у вас боли в спине и суставах, сколиоз и плоскостопие. Травма, если вы готовитесь к операции или необходима внутрисуставная инъекция. Врач проводит приемы у взрослых и детей с 3 лет, а также УЗИ суставов. Успейте записаться по телефону 303-50. И о погоде. По данным синоптиков, завтра, 24 июня, в Печоре ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью умеренный дождь, гроза. Днем небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, порывистый, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет 6-8 градусов выше 0, а завтра днем 9-11 градусов тепла. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и более 70 каналов кабельного телевидения в аналоговом и еще больше в цифровом форматах. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». В студии была Наталья Чижина. Всего вам самого доброго. До встречи!